огромное спасибо всем. Ну и, наверное, будем двигаться в этом направлении. Обещаем, что не раз еще сюда придем. Хотел бы поблагодарить, конечно, своим людям, которые, так сказать, не видны на площадке. И, конечно, тренерскому и медицинскому штабу, потому что они терпели меня в теле. Мы каждый год привыкли радоваться, но редко бывает, когда две команды, оба команды Татарстана по волейболу забирают самые высокие титулы Российской Федерации. Желаю им удачи. Будет у вас удачи и нам легче. Еще раз победу. Благодарность уже много слов хороших сказали, да, но мы забыли, конечно, сказать про болельщиков. Наших общих болельщиков, они тоже важная часть команды, важная часть нас всех здесь. Мы ради них играем в этот прекрасный, в эту прекрасную игру. Так что спасибо вам большое. Вы увидите там на камерах, наверное, эту благодарность. Да? И также очень хочется выделить наших родных и близких. Спасибо им большое, что они всегда нас поддерживают. Победы вас, доброго здоровья и новых успехов! Рахмет!